На горизонте появился маленький проблеск надежды или что-то вроде этого. Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка. Мы просто больше не можем оставаться закрытыми и ожидать, пока вакцина достигнет критической массы. Цена локдауна слишком высока. Мы больше не сможем оставаться закрытыми. Экономические, психологические и эмоциональные последствия могут быть просто невероятными. Лори Лаутфуд, мэр Чикаго. Я хочу открыть все наши рестораны и так быстро, насколько это возможно. Особенно рестораны. Там все строго регулируется. Там есть ежедневные проверки. Они сделали все возможное для того, чтобы смягчить последствия пандемии внутри ресторанов. И поэтому рестораны будут одним из самых безопасных мест. Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон. Мы хотим сделать шаг вперед и восстановить экономику в нашем штате. И с этой целью сегодня мы представляем новый план, который мы назвали «Здоровым Вашингтоном». С очень жесткими ограничениями мы все же открываем различные развлекательные учреждения с возможностью посещения по группам 10 человек. И также мы собираемся открыть некоторые фитнес-центры. Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния. Это распоряжение на открытие вступает в силу на всей территории штата Калифорния. Не нужно больше оставаться в своих домах. Рестораны смогут открыться для обслуживания на открытом воздухе. С незначительными ограничениями будут открыты также педикюрные салоны и парикмахерские. Это просто фантастические новости. Это похоже на то, что было написано в Грейт Баррингтонской декларации или что-то типа того. Мы не могли придумать ничего худшего для этой болезни, чем локдауны, которые привели к увеличению случаев суицида, к стрессу, к злоупотреблению наркотиками и к всевозможным проблемам. Мы наблюдаем разрушение экономики. Люди потеряли работу. Бедность. Миллионы по всему миру за это время локдаунов обеднели. И поэтому настолько приятно слышать о том, что будут прекращены некоторые драконовские методы, которые применялись до сих пор. Люди начинают осознавать то, что озвучил Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка, что мы просто не сможем справиться с этим. Мы не можем оставаться закрытыми. И я хочу сказать, что эта Грейт Баррингтонская декларация – это то, о чем мы постоянно говорили с самого начала на наших программах здесь. О том, что это самый хороший выход из сложившегося положения. И это самый безопасный выход. Открыть все и по-прежнему защищать только тех, которые находятся в высокой группе риска. Позволить учебным заведениям работать, потому как процент заражения там очень и очень низкий. То есть детей, которые здоровы, разрешить им вернуться к нормальной жизни. Однако при всем этом меня просто убивает один вопрос. Я не хочу противодействовать этому движению, но есть один вопрос, который не дает мне покоя. И вопрос следующий. Почему именно сейчас? Почему сейчас? Я имею в виду, прошел уже целый год в локдаунах, почему именно на этой неделе начались изменения? Я хочу сейчас вместе с вами рассмотреть этот график, и, возможно, кто-нибудь из вас даст ответ на этот вопрос. Потому как, честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос и сказать, что вообще происходит. Давайте посмотрим график Нью-Йорка. Нам с вами доподлинно известно о том, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо абсолютно безрассудно приказал закрыть Нью-Йорк 22 марта 2020 года. Это было где-то вот здесь, примерно вот здесь это было. Давайте напишем, это был локдаун для Нью-Йорка. Окей? Было сумасшествие, началась паника. Обратите внимание на количество заболевших в этой точке. Таких случаев было очень мало. И далее, 13 мая 2020 года, давайте опять сделаем здесь отметку, в этой точке был второй локдаун. Теперь все было более серьезно. В то время нам сказали, что они собираются нас арестовывать прямо на улице. Это был второй локдаун. И мы пережили абсолютную и всеобщую панику. Мы наблюдали, как развивается весь этот кризис. Раздавались крики. У нас нет достаточно кровати в медучреждениях. Мы ожидаем корабль с кроватями на борту, который должен зайти в залив. Мы растянем палатки в Центральном парке. Поставим кровати везде, где это только возможно. Все это происходило в этой точке. Но сейчас, когда становится уже очевидно, что миссия выполнена, верно? Сейчас мы находимся вот здесь. Количество инфицированных сейчас находится в этой точке. И сейчас нам говорят, теперь все нормально. Наша миссия уже выполнена. Можно открываться. Скажите, есть ли во всем этом хоть какая-то логика? Почему здесь, в этой точке, была огромная паника? И посмотрите, какая разница в количестве зараженных. И сейчас мы собираемся все открыть. По-моему, в этом нет никакой логики. Сейчас мы посмотрим обстановку в штате Вашингтон. Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон, он очень всех удивил своими локдаунами. Он просто без ума от этого. 23 марта 2020 года он сделал первый локдаун. Давайте отметим здесь эту точку на графике и напишем «Локдаун установил Джей Инсли». Все пропало! Все пропало! Немедленно нужен карантин! Карантин! 30 марта
только вступил в действие локдаун, и нам сразу же объявили, мы будем вас арестовывать. Мы будем вас закрывать и закрывать ваш бизнес. Здесь они уже буквально угрожали арестом. Мы полностью все закрываем. Но сейчас мы видим, уже все хорошо. Очевидно, все, что им было нужно, они этого уже добились, потому что мы подавили эту болезнь и пришли аж в эту точку. Вот где мы теперь. Теперь все прекрасно. Мы себя чувствуем намного лучше. У нас сейчас все прекрасно. Теперь, когда мы находимся на вершине этого кризиса, и у нас максимальное количество заболевших, теперь давайте будем все открывать. Настало время. Я знаю, это неприятно слушать, но я вам благодарен за то, что вы еще до сих пор не ушли от вашего экрана, потому как я вам рассказываю все эти страхи. У меня нет ни малейшего представления, какая во всем этом есть логика. Давайте теперь посмотрим еще один штат. Это все наши герои по борьбе с COVID-19. Теперь мы перейдем к штату Иллинойс. Первую точку мы поставим на отметке 22 марта 2020 года. Здесь был первый локдаун, окей? Я собираюсь продвигаться быстрее, поэтому мой почерк немного пострадает. А теперь смотрите, что произошло 2 мая 2020 года. Где-то вот здесь. Послушайте то, что тогда мэр сказала в новостях. Вот что мы сделаем. Мы вас полностью закрываем. Если будет такая необходимость, мы будем вас арестовывать и садить за решетку. Я говорю вам совершенно однозначно и серьезно. Не заставляйте нас относиться к вам как к преступникам. Они собирались даже поступить с нами как с преступниками. Я не очень хороший художник, но я попытался нарисовать здесь наручники. О, караул! Все пропало! Мы погибли! Мы идем за вами! Берегитесь! И где же мы сейчас? Итак, мы были здесь, а теперь мы вот здесь. И в этой точке мы уже чувствуем себя нормально. Мы открываем наши рестораны и возвращаемся к нашему обычному образу жизни. Однако я хочу признать, что из всех графиков здесь есть хотя бы небольшое снижение. Но тем не менее, но все равно уровень сейчас намного выше того, когда они создали всю эту панику. Еще один график, штат Калифорния. Просто для того, чтобы вы могли увидеть, как это все развивалось. Есть то, что я не могу понять, но ясно одно, что все эти товарищи работают в полном согласии. Они решают все в одно и то же время. Но все равно мы их любим. Доктор Ньюсом, губернатор штата Калифорния, который применил драконовские методы в этом штате и закрыл этот штат на локдаун 19 марта 2020 года. И опять мы нарисуем линию и напишем 19 марта 2020 года. Окей? Тогда был локдаун. Что тогда он сделал? 25 марта 2020 года он сказал буквально следующее. «Вы пожалеете, если решите открыть свой бизнес. Если вы только осмелитесь собраться с друзьями у вас дома, мы перекроем вам и воду, и отключим вам электричество». Вот он этот день воды и электричества в Калифорнии. Для вас ничего больше нет, вы закрыты. Если вы вдруг решите как-то работать, мы будем вам кричать. «Все пропало, мы погибаем, караул, карантин». Но сейчас уже совершенно другая обстановка. Они выполнили свою миссию, и теперь пришло время все открывать. Вот она эта точка, мы все открываем. Заглавие. Калифорния ослабляет ограничения по локдауну, кризис отошел. Эпическое завершение. То есть я совершенно не могу понять их образ мышления. Я совершенно не могу понять, что ими движет. И поэтому я не хочу сейчас теряться в догадках. Мы с вами рассмотрели некоторые графики различных штатов. Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк, Вашингтон. Все они подняли крик примерно в одной точке. Где-то здесь. А сейчас пару быстрых заметок по этому поводу. Почему бы нам не вернуться в 2019 год? В то время была такая выдача свидетельства смерти, что если человек лежал на смертном одре по причине сердечного заболевания или рака, и он подхватил такую простуду наподобие ковид, то в свидетельстве о смерти в то время писали «причина смерти – рак». Если бы мы и дальше поступали точно так же, как это было в 2019 году, и вместо того, когда люди умирают с ковидом, им пишут «умер от ковида», то все бы эти графики немедленно упали бы вниз. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное, опасное и судьбоносное противостояние, затрагивающее всю Вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас, поскольку сатана поработил наш мир. Так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу
описывающую историю этой борьбы за последние 20 веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион сил тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет более никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха. Ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Узнайте об этом лично из книги «Великая борьба» и получите надежду. Христос грядет. Ссылки на книгу в текстовом и аудиовариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернет.